Всем привет! Сегодня мы приготовим рыбный пирог из консервированной сайры с картошкой. Разбиваем в миску 3 яйца. Добавляем половину стакана кефира, половину стакана майонеза, одну чайную ложку соли, 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Муки добавляем чуть больше стакана, чтобы тесто получилось вот такой консистенции. Для начинки очищаем 4 картофелины, режем, складываем в пакет, заливаем 1 стаканом воды, немного посолить, завязываем пакет и зубочисткой делаем пару отверстий. Отправляем в микроволновку на 10 минут. Сливаем воду. Вилкой измельчаем рыбу. Смазываем форму. Выкладываем половину теста, рыбу, картофель и вторую половину теста. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 30-40 минут. Пирог готов. Приятного аппетита! Thank you.